За прошедшие 9 месяцев на территории Десногорска зарегистрировано 9 пожаров. Гибели людей в этих случаях не допущено. Травмы различной степени тяжести получил один человек. Местами возникновения возгорания явились в 6 случаях здания и помещения жилого сектора. В 3 случаях горели транспортные средства. Основными причинами возникновения пожаров явились нарушение правил устройства эксплуатации печей и дымоходов – 4 пожара, неосторожное обращение с огнем – 2 пожара, неисправность деталей узлов механизмов транспортного средства – 2 пожара и поджог – 1 случай. Инспекторским составом было проведено 8 плановых и 2 внеплановые проверки. За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 10 физических лиц. Нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью людей, при проверках не выявлено.